Средний износ электросетей региона составляет 69%. Их протяженность по области порядка 24 тысяч километров. В рамках инвестиционных программ монополисты производят реконструкцию и техническую модернизацию электролиний. Так, за 5 лет в отрасль будет вложено 45 миллиардов тенге. Об энергетическом секторе региона говорили на очередном брифинге, проведенном на площадке региональной службы центральных коммуникаций. Подробности в репортаже. За прошлый год Карагандинская область потребила 19,3 миллиардов киловатт электрической энергии, хотя выработать смогли только 14,2. Недостающую часть покрыли за счет внешних энергоисточников, говорит Арман Сатыбаев. Кстати, в области функционируют 3 региональных электросетевых компании. Они реализуют инвестпроекты по реконструкции, технической модернизации, капитальному строительству линий электропередач и оборудования подстанций. В рамках ремонтной кампании на 2024-2025 годы планируется ремонт порядка 5500 электрических сетей и 598 единиц оборудования подстанций, трансформаторных подстанций и так далее. Объем инвестиций составляет порядка 1,7 миллиарда тенге. На сегодняшний день отремонтировано свыше 500 километров линий электропередач и оборудование 206 единиц. По итогам реализации инвестиционных программ к 2026 году ожидается снижение износа линий электропередач с нынешних 69% до 68,2%. К слову, за 5 лет в регионе в общем должны построить и модернизировать 210 километров электрических сетей. Ведется сейчас и подготовка к отопительному сезону. Так, капитальный ремонт ведут на 11 котлах энергоисточников региона. 2 котла охвачены расширенно текущим ремонтом и 32 текущим. Различные виды ремонта ведут в общем и на 28 турбинах. Кстати, бюджет компании по подготовке к отопительному сезону в этом году по сравнению с прошлым вырос на 23,7%. Общая протяженность тепловых сетей в области составляет порядка 1,2 тысяч километров. Основные строительно-монтажные работы будут начаты как раз с начала летнего периода. Проводимые работы позволят улучшить качество теплоснабжения для жителей области и повлияют на снижение общего износа тепловых сетей. Ежегодно для снижения уровня износа сетей теплоснабжения за счет бюджетного финансирования реализуют инфраструктурные проекты. В этом году воплотят за счет госсредств 14 проектов. В общем, на это уйдет 32,5 миллиарда тенге. На эти деньги построят и реконструируют чуть больше 20 километров тепловых сетей. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, 5-й канал.